вас все хорошо? Этот вопрос задают специалисты Кировстата, жителям города. С анкетами по квартирам ходят специально обученные интервьюеры. Сегодня, например, в списке адресов улицы Красина, Сурикова, Екатерины Кочкиной и Производственная. Задача – получить информацию о реальных условиях жизни людей. Какие вопросы задают кировчанам и что должно из этого получиться, расскажет Ульяна Ездакова. Елена Садова внимательно пролистывает стопки анкет. Часть из них уже отправили вместе со специалистами Кировстата по домам кировчанам. Задача стоит непростая, но важная – узнать, как людям живется. 2 года назад подобный опрос уже проводили во всех российских городах. В Кирове он проходит в 5-й раз. В планах Росстата обойти 60 тысяч российских семей. Спросят респондентов о транспортном обслуживании, о трудовой деятельности. Будут затронуты вопросы торговли, бытового обслуживания, использования сети интернет, а также вопросы о здоровье и медицинском обслуживании. Адреса определены. В списке, к примеру, значатся улицы Красина, Сурикова, Екатерины Кочкиной и Производственная. Процедура простая. 23 специально обученных интервьюера заранее договариваются с кировчанами о встрече в удобное им время и приходят к людям домой. С собой удостоверение, паспорт, ну и маска, конечно. Самим жителям заполнять ничего не нужно, только ответить на вопросы. Кировчанам предлагается ответить на вопросы по 3 вот таким анкетам. Я вам скажу, они достаточно внушительные. Голубая анкета для целой семьи, зеленая анкета для взрослых и розовая анкета для детей. Информацию будут собирать до 21 ноября. Сведения конфиденциальные, объясняют в ведомстве. Полученные данные закодируют, внесут в базу и отправят в Росстат в декабре. Там их обработают. Нигде этой информации не получишь, а правительство, оно должно знать как-то все это. Это все собирается для того, чтобы какие-то соцподдержки оказывать людям. Понять, где нуждаются люди, в какой помощи. Мы спросили кировчан, довольны ли они своей жизнью. Большинство дали положительный ответ. И работа, и зарплата, и медицина. Все хорошо. У меня и проезд бесплатный по железной дороге, и пенсия хорошая, и вторая железнодорожная, и проживание, жилье хорошее, так что меня все устраивает. Я уже 40 лет живу, потом весьма доволен. Единственное, что на сегодняшний день вот нет вакцины от гриппа уже 2-й месяц. Исчезла. И не могу привиться. Медицина, образование, детские садики, школы, все есть. Так что все для людей сделано. Мы сами создаем эту жизнь, поэтому меня, в принципе, все устраивает. А довольны ли кировчане жизнью по версии Росстата, станет известно лишь в конце следующего года. Информация в цифрах появится на сайте ведомства. Ульяна Ездакова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.